Здравствуйте. А вы знаете, какой праздник отмечают 4 ноября? Я только что во вторник. А в честь чего этот праздник вообще? Историческую подоплеку знаете? Нет. Говорят, там я позорюсь, присоединение Калининградской области к России. Нет, нет, точно нет, нет, точно нет. А не со смертью Милая, Ленина? Я потом достаю смеяться над этим. А вы будете праздновать? А, нет. Вас нет, не нет. У меня очень много дел. Нет. А, только из-за дел. А да, если бы не было дел? Если бы не было дел, тоже не праздновал бы. Я же не знаю, что это. 4 ноября во вторник, знаете, праздник будет? Ой, какой? Слушай, какой праздник будет? Сейчас опозоримся. А никто не знает. Да? Единение. Что за праздник? А вы не в курсе, да? День народного единства просто. А, да, да. Во вторник. Вы не отмечаете праздник этот, видимо, да? Да нет, не особо. Как а обычный день. Не в курсе насчет чего он вообще, какая историческая подоплека? Нет. А, хотели узнать, да? Да, мы просто смотрим, все люди как-то... Мы блеснули умом. Отдыхают, а что за праздник, не знают. Мы сами не в курсе просто, мы для себя интересуемся. Спасибо. Пожалуйста. Ника, знаешь, во вторник праздник, День народного единства. В курсе? Да, блядь. Знаете, 4 ноября? Да, знаю такой праздник. А что за праздник называется? Ну, насколько мне известно, это День народного единства. И что люди отмечают? По какому поводу? Ну, 400 лет назад, в 1612 году, если мне память не изменяет, там была Москва освобождена Пожарским и Мининым, по-моему. Отлично. От польских интервентов. Вот, это, ну, в общих чертах. А сами как будете отмечать праздник? Будете, нет? Да, никак не буду отмечать. Так, порадуюсь. А по-вашему, он важен для России современной? Не, ну, День народного единства, я считаю, что это важный праздник, так как народы должны быть едины. Вот. Все народы или народы России? Ну, главное, чтобы они в России были едины, а там уже все нормально тогда будет. Знаете, что за праздник? День народного единства. А что отмечает страна вообще? Повод какой этого праздника, знаете? Ну-ка, расскажите, я вообще не понимаю этого праздника, честно сказать. Не понимаете и не будете отмечать? Вообще, день освобождения Москвы от польских захватчиков был, но это тогда уже не важно. А как вы вообще считаете День народного единства вообще как праздник важен для России современной, нынешней? Ну, раз стали отмечать, значит, видимо, важен. А для вас не важен? Важен, наверное. Знаете, давайте. Какой праздник 4 ноября? Не, не знаю. Во вторник. Вообще не в курсе, не слышали ничего. Там на стене вроде написано, вон на плакате, День народного единства. Слышали что-нибудь такое? Да. Теперь узнаем. Слышали что-нибудь о Минине и Пожарском? В школе-то да, не преподавали. Кто такие, знаете? Кто такие, знаете? Отдаленно, я не помню. Смутно так, да? Да. А, но по кайфу, да, что 4 дня выходных сделали? Да, у нас-то каникулы. А у вас вообще каникулы? А мы школьники, да. Вообще в кайф. А вы не будете праздновать, да? Ну как, пойдем, накидаемся. Нет, ну классно. А как вообще считаете, если серьезно, важен праздник, ну исходя из названия, народное единство? Естественно. Зачем он нам нужен? Народное единство? Да. Что, так плохо, что ли, международ? Конечно. По-моему, все дружно. Сплощать Россию, такая большая страна. Против Запада, да? Ну, конечно. Против Америки. Ну, нет. Нагнем. Ну, не только это. Даже. Просто, смотрите, понимаете, не согласен. Даже, ну, блин, люди должны быть сплощены. То есть мы одна страна, мы должны как-то выделяться от всех других. Это тоже будет такое. Вообще. Просто супер, спасибо, ребята. Это все, да? Да. Знаете, что за праздник отмечают 4 ноября? Нет. Во вторник? Вообще не в курсе. Вот на плакате написано «С днем народного единства». Слышали что-нибудь об этом празднике? Нет. По поводу чего он там? Честно, ледовое побоище, слышали? Нет. Нет, не в курсе. А сами вообще не будете отмечать праздник? 4 выходных, какие планы вообще? Каникулы. А, у вас тоже каникулы. Супер. А как вы вообще считаете, важен праздник для России? Ну, исходя из названия День народного единства. Да. Для чего он нам нужен? Ну, потому что в России много народов проживает. И что с ними делать? Ну, чтобы все друг друга уважали, эти народы. А надо нам столько народов? Не знаю. Объединимся все и зачем объединяться? Против Запада? Против санкций? Нет, просто. Просто так, чтобы жить да, веселее. Да. 4 ноября праздник, знаете какой? Нет. Во вторник. Вообще ничего не слышали. Вот здесь на плакате написано большими буквами. Спасибо. С Днем народного единства. Вообще ничего не слышали. Да не, ну слышали. Полякам конечно. Накидали там в 1612 году. Нет, это слыхали? Бред. Нет, это бред? А День а что тогда празднуем-то вообще?
чуваки. Потом прошу просто с себя. Понятно. 4 ноября, знаете, что отмечают? Во вторник. Что? Здорово. А по какому поводу, знаете? Ну, вообще, историческую подоплеку праздника, знаете? Не стесняетесь? Нет, мы не стесняемся. Просто когда СНГ развалилась, Россия стала государством, вот, День народного единства. А, так, да? А сами отмечать будете? 4 дня выходных же вроде. Как будете отмечать? Вот, видите, отмечаем, гуляем. С детьми. Веселимся. Свободное время появилось. Здорово. А как вы вообще считаете, нужен этот праздник России или нет? Важен он? Особенно сейчас, конечно, наверное, да? Для того, чтобы объединять народ. Объединять народ, ну и вообще. А что делать дальше с объединенным праздник. Народом? Что? Что с объединенным народом-то делать? Западу, наверное, показать Кузькину мать. Нет? Ну, может, не Кузькину мать показать, а просто сплотить народ неплохо. 4 ноября, знаете, какой праздник? Во вторник. Вся страна отмечает. Правда. Здорово. А что отмечаем-то? Историческую подоплеку праздника, знаете? Ну, в честь чего? Подоплеку в честь. Сейчас вам скажу. В честь изгнания интервентов польских. Войска Минина и Пожарского. Здорово. Минин и Пожарский интервенты были? Нет, Минин и Пожарский возглавляли войско. Все здорово, все правильно. А сами отмечать праздник будете? 4 дня выходных же. Может быть. Погуляем. Просто погуляете. А как считаете, важен вообще праздник для России? Ну, как сказать? Честно говоря, даже не знаю, что сказать по этому вопросу. Честно? Может, накипел? Ну, если бы это так проводилось, как бы, более... День народного единства, что предполагает? Что все народы России едины, правильно? А что в итоге? Русский марш в Москве, да? Как хорошо.